Как далась победа? Жесткая была конкуренция сегодня. Угадали или слышали? Победа далась тяжело. Конкуренция очень высокая. Организация достаточно широко, хорошо все подготовлено было на высоком уровне. Старт, финиш, все хорошо. Ну, мне тоже очень понравилась организация. Очень прекрасно подготовили трассу. Хорошее судейство вообще. Супер просто. Гонка далась. Легких гонок не бывает. И конкуренция хорошая. Полина. Ну, это мое первое призовое место на чемпионате России. Естественно, было очень тяжело. Ну, организация супер. Все вовремя, все быстро. Узнавали, кто куда попал. Все увешивалось. Трасса идеально. Вообще погода хорошая. А мы повторили прошлогодний дуб. В спринте классическом. И следующий вопрос. Вчера была такая погода теплая, а потом ночью... Такая снежная буря, буран. Ну, повезло, да, что немножко похолодало, потому что вчера была, конечно, очень тяжелая трасса. Плавать не любим. Плавать не любим. Сегодня была погонка, наверное, сервисменов. Кто как угадал с мазью. Значит, у вас самое лучшее. Что тоже ничего. Что в спринте решает? Залог успеха в спринте. Тактика, я думаю. Тактика распределения сил по дистанции. Очень длинный круг, как мне показалось. Мы едем по 1000, то 1400. Разбираться было где. Лыжи играли в длинные спуски. Длинные спуски, но подъемы тоже сыграли свою роль. Подъемы очень длинные. Выходы рабочие. Вопросы? Полина, а вы говорите, что первую медаль делали, по-моему, год назад вы и командная спринте тоже стали. Ну, личная и командная – это две разные вещи. Лично всегда приятнее. А почему не удалось раньше? Ну, была юниорка, потому что в прошлом году только начала делать эта женщина. Как сложился для вас этот сезон? Он был непростой? Пожалуйста. Ко мне? Да, ко всем троим. Ой, это очень хороший для меня сезон. Были призовые места даже на этапах. В частности, эстафета в Рыбинске, и Тундиски там было пятое место. Я, наконец, начинаю чувствовать себе потенциал, силы, что можно бороться за высокие места даже на чемпионатах мира. У меня немножко в начале сезона из-за болезни немножко не сложилось. Сейчас к весне форму тоже все налаживается. То есть сезон рано заканчивается? Да. Нет, почему? У нас еще три гонки. Длинная дистанция. Три гонки и еще марафон по 50 километров. Как у вас? У меня вообще супер. Я все еще бегаю по молодежи. Второй год. На первенстве мира среди молодежи 24 места. И по женщинам, в принципе, в этом году уже первый раз в призах. Результаты идут вверх. Вопросы есть? Вопросы есть? Спасибо большое вам. Сейчас на этом контроле.